купил пропуски вчера, открыл новый кейс, галерейный, выпал кукри. Это нормально немножко завидовать? Мы с другом ходили в баню. Это был единственный случай, когда я кому-то завидовал. Ну, я себе, Кентик. Ну, такой ты математик, конечно. Фримир умный, Фримир не дурак. Какая же я сучка. Колдую, колдую, красную юмку колдую, смотри. Назовешь сумасшедшим, но по фактам. Вот, я запись нажал. Я запись нажал, знаешь почему? Потому что, если вдруг ты, дорогой мой друг, если вдруг ты, дорогой мой друг, смотришь этот ролик, это означает, что на этом стриме мы круто поиграли, очень здорово пооткрывали кейсики из новой операции, ну, не операции, ну, ты понял, да? Ну, вот это вот дерьмо. И мне наверняка выпал какой-нибудь сочный дроп, иначе я это нарезать не стал бы. Так вот, добро пожаловать в новый ролик, ребятушки, добро пожаловать. Рассказываю тебе историю. Я такой бегу, бегу, бегу. И вижу, М-ка лежит. И подбираю эту М-ку. А на этой М-ке висит брелок. Выкинул ее, потому что на ней брелок. Проиграл ли я? Да, я проиграл клатч. Но я проиграл клатч без брелка. В жопу брелки. Ребятки, хэштег в жопу брелки. Так, у меня 116 звезд. Я кто? Я молодец. Коллекционер. Так, вот этот дигл. Мне он начерт не нужен, но это просто чисто для галочки. Плюс они. Ну, просто ачивка. Пошли дальше. Чат. Что надо сказать? Давай будем честны. Это симпатичные, но в жопу брелки. Вот начинается то, что достойно внимания. Давай на быстрой перемотке. Слушай, для шерпа неплохая М-ка. Хорош. Какой прикольный. Здесь она выглядывает, а здесь мы в затылок ей смотрим. Ой, какое говно. Глок пустынный повстанец. Это глок пустынный повстанец. А, жаль, что я не играю с беретами. Сказать нечего. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот он, да? Ну да. Ну как бы да. Вот она боль моя. Вот она печаль моя. Давай здесь быстренько скипнем с тобой. Мое сердце принадлежит М-ке. Мы сегодня больше всего звезд потратим именно на эту коллекцию. Вот тут вот тоже интересно, есть о чем поговорить. Чат, кто-нибудь со мной согласится? Прям ярче всего я выделяю вот этот скин. Кто-то просил посмотреть Юмпи. Ну нет. Это очень хорошо. Это прям молодцы. Не всем заходит, но... Слушай, я бы плюсанул. Ну вот, вот, такие дела. Ну наклы, безусловно, хороши. Наклейки очень круто сделаны. Какую? Вот эту надо потереть, и рука станет худенькой. А давай прямо сейчас. Одна наклеечка. Получить. Лучше бы клоуна мне выдали. Бицепс, нам нужен бицепс. Клоун. О, это круто. И бицепс. Да я тебе одну вещь покажу. Ты видел, что с наклейками происходит? Посмотри, пожалуйста. Ты выбираешь, куда ее нанести. Даже при нанесении ты можешь сразу выбрать степень потертости. При стирании наклейки ты также можешь выбрать степень ее стирания. То есть ты выбрал вот такую степень стирания. Сказал поскрести один раз. Ползунок налево больше не двинется. Только направо. Плюс одной кнопкой удаления наклейки. Вот это хорошо, ребят. Вот это хорошо, волвосы. Осталось, волвосы, родные, разобраться с читерами, удалить брелки и просто соска-бомба езжи будет. Тут вот какое дело. У меня стрим чекофнулся, и, к сожалению, со зрителями стрима я не смогу пооткрывать звездочки, хотя у меня два аккаунта. Я тогда 200 звездочек. Их видно? Их не... А, видно? Вот, прямо надо мной. Прямо надо мной 200 звездочек. На этом аккаунте, на твинке. Сейчас пооткрываем, но, будут и еще. На следующем стриме продолжим разговор на основном аккаунте. А пока... Погнали, погнали, пускай будет не на стриме. Кстати, на стримы приглашаю тебя. Вот здесь сейчас ссылочка появится, приходи обязательно. Приходи на Twitch, всегда буду ждать тебя. 200 звездочек. Начать я хочу, знаешь, с чего? Начать я хочу... с чего я хочу начать? Ну, с дигла. Я, как и говорил, начерт он мне не нужен, но пробовать надо, ребят. И... Говно. Наклеечки. На стримчике мы уже пооткрывали вот эти, но мы не открывали вот эти. Давай хорошо. Давай немножечко. Давай три штучки. Три наклейки. Это раз. С блестками. Хорошо. Ну поехали, ребят. Поехали. У нас на данный момент 172 звезды. Получить. Овер. Я даже доволен. Слушай, я даже доволен. График. Вот вообще ничего не интересно, но чисто формально надо. Надо разочек. Один раз не водолаз.
ты отлично об этом знаешь. Нет, один раз конкретно, как раз-таки один раз, тот самый один раз водолаз и случился. Я на сладкое оставлю вот эту эмочку. Давай-ка откроем с тобой вот таких кейсиков. 10, ребятки, 10 контейнеров. Ну, погнали. Открытие оставить, безусловно. Первое же открытие, сразу, немножко тревожно, погоди. Немножечко очень жду. Калаш. Вот тот самый калаш, который не красный, не розовый, но я очень хочу калаш. М-ка фиолетовая, статрек. Это что у нас? Закаленка. Очень сложно сейчас будет цену обсуждать. Но обсуждать, в общем-то, особо пока и нечего. Хорошо. Как же он сыпет! А-а-а! Я видел! Я просто на нее посмотрел, уже приятно. Да что такое? Ну вы чего, ребят? Ну посмотрите. Слушай, обратил внимание, я даже не про кукри говорю. Я даже не о ноже речь веду. Потому что на нож вообще надежда. Никакой, ребята, чат! Чат, какой чат? Мы на стрим мы еще вернемся. Валф! Гейбен! Ну ты чего, бро? Не брат ты мне вовсе. Габен, ну крайний кейсик. Крайний кейсик, пойдем за эмочкой гоняться. Ну? Ну вот как-то так. Ну пойдем, пойдем. Мне кажется, так оно и будет. Дай! Ладно. Еще попыточка. Ладно. Погнали под музычку. Погнали под музычку. Я не говорю последний, я говорю крайний. Ребятки, крайнее открытие. Не отдает. Ну что тут поделать? Не отдает. А знаешь, где отдает? А я тебе расскажу, где отдает. Отдает на сайте MyCSGO. 24/7 и при любой погоде залетай на MyCSGO с промокодом LIVSY, который даст тебе 30% плюсом к пополнению. В зависимости от суммы пополнения открывай до 18 бесплатных кейсов и смотри, чего падает из бесплатных. Открывай кейсы, делай контракты, запускай апгрейды, принимай участие в сражениях, копи тикеты и принимай участие в розыгрыше кучи крутейших скинов. А еще обязательно обрати внимание на постоянно обновляющиеся операции и события от MyCSGO. Пополни всего раз по промокоду LIVSY и просто открывай кейсы. Годный дроп и куча приятных бонусов не заставит себя ждать. Ведь это MyCSGO. Ссылка на MyCSGO и промокод всегда будут в описании к этому ролику и в закрепе. MyCSGO. Открывай, пожалуй, лучшие кейсы в CS. Ну вот они, ребят, вот они. Че у нас, даже фиолки, да ни одной не упало. А, одна фиолка, есть у нас одна фиолка. Здесь, на этом аккаунте мы с тобой закончили? Закончили. Для тебя секунда, для меня же послезавтра. Будет новый стрим. На этом стриме мы на основе еще пооткрываем, еще покрутим. Ровно секундочка, и я покажу тебе еще немного open кейса. Здесь у Габена, здесь у Гейба. 48 штук. Пошла жара. Так. Мне кажется, я 48 раз скажу. Так. Анимация очень кайфовая. Безумно нравится звучание этой анимации. У меня получается? Смотри. А? Скажи. Как удалить этот звук? Пошли под музыку. Пошли под музыку. We'll be right back.
Сигарет. Ну неплохо, ну ни хрена. Кстати, нам только что фиолка упала, да? Или нет? А, нет, это синька. Это синька, это не фиолка. Смотри, как надо. Как надо. Ну и как же надо. Колдую. Да колдую. Ну в жопу. Получить, получить. Красную эмку получить, колдую. Че, дурак, что ли? Ты че, дурак, что ли? Колдую, колдую. Получить, получить. Красную эмку получить, колдую. Поехали по формуле. Колдую, колдую, красную эмку колдую, смотри. Е-е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 -
неприязнь испытываю, что даже кушать не могу. Крайняя звездочка, ребят. Крайние 4 звездочки. Эх, ладно, чё кота за яйца тянуть. Спроси меня, ожидаемо ли? И я тебе отвечу, ожидаемо. Быстренько посмотрим, что насыпало нам с тобой. Две фиолки, да, сыпануло? Синик немало. Может быть, крафт один бабахнуть? Три фиолки. Спорт и, мать его, досуг. И если мне сейчас падает спорт и досуг, то мы с тобой сразу идем на крафт М-ки. Пошла жара? Пошла жара. Ну пойдет, ну пойдет. Не худший исход, ребят, не худший исход. Флот после полевок 0.20. Симпатичная? Симпатичная. Сколько такая стоит после полевок? Косарей 5. О, ну ни хрена себе. Достойна она розыгрыша под роликом, если набирается 20 тысяч просмотров? Ну-ка скажи-ка мне, пожалуйста. 20 тысяч просмотров под этим роликом, и вот эти воды нефтиды будут разыграны на стриме на Твиче. Подробные информации в закрепе и в описании к этому ролику. А мы же ставим точку. Мы же ставим точку. Ребятки, стрим окончен. Я закупил 5 новых пропусков, потому что, ну, остановлюсь ли я? Ну, вряд ли. Мы будем фармить дальше звездочки и пытаться выбивать эмочку. Но при открытии новых 5 мне сразу 5 звездочек выдали. А 5 звездочек это что? Это сразу одна эмка. Было бы очень круто, скажи. Представляешь? Ну давай. Но мы еще поговорим.